ayağım Andrei. Gel, gel. Gel ayağını. Tamam basmıyorum, gel ayağını. Кофе. Идем вот так, бассейн снимем. Покажем. Наш номер. Так, где наш номер? Вот там под крышей. Зеленый. Да, здесь бассейн. Хоть немножко поснимать. Бассейн. Горки. Люда. Столовая. Трое. Трое. У нас было трое. Море. Море, море. Ну вот, это соседний отель. Наше море. Это парк на пляже. Картошка фри. Детская площадка. Все кушают. Пляж хороший. Песок. Заход чистый. Гальки нет. Магазинчики, да? Угу. Сумочки. Ряд магазинов. Не помню, как он называется, этот отель. Сколько он сказал здесь ступенек? 250? 250. Ступенек наверх. Вот Катя бы сюда загнать. Да, Катя бы тут сказала все, что о нас думает. Смотри. 30 да. сентября, с ума сойти. Из отеля. А название отеля есть? Поездок Шотланд на пляж. Шаттл. Шаттл. Как он называется? Отеля 10, 10, 10, 11, 12, 13. Каждый час. Угу. Вон, наверное, название. Сен-Загарден. Смотри, в нашем отеле туристы без отдельных браслетов не могут брать напитки и еду. А мы и не будем брать. А, кстати, я видела, женщины выходили оттуда и с нашими браслетами, и с пивом. Ну что, они свое брали. Красиво наверху там, классно, но дорога вверх, конечно, такая
А вон наш отель. Там красненький. Кемалбей. Это у нас, что у нас? Пляжное кафе, да? Угу. Пляжный бар. Сидят, кушают гамбургеры, пиццы. А мы с Юлой. О, папа. Трою. Трое. Вкусно, Люда? Это вкуснее. Ну, нормально. А, ага. Конечно, не пятерка. Нет, вкусно, вкусно. Но хорошая четверка. Хорошая пиво, хорошая. Главное, пляж хороший. Мы вчера со Светой попробовали Эфес. Ну да. По 2 евро, да? 2 евро. 2 евро бутылочка. В магазине. На улице есть магазин. Вот там. Так что ничего. Ну какие у нас красивые пальмы. 30 сентября. Дома холодрыга, дождь, а здесь живут же люди, а? Море. Пляжный бар вот этот, а вот там наверху простой бар. Бассейн. Вот цветочки цветут. Еще розы цветут. Красота. Красота, красота. Толык. Меха. Доктор. И парикмахерская. Oh,
кровати. Три кровати. Зеркало. Тумбочка. Ванная, туалет, балкон. Красивый балкон. С видом с балкона. Красота. Красота красотущая. Красотень просто. А у нас 2 октября. Вход в Кемал-Бэй. Кемал-Бэй. 2 октября, плюс 32. Как там вам? Там тоже отель или это жилой дом? Там тот отель, который на горе стоит. Да, отель? Да. А пальмы-то, а пальмы. Боже, какая красота. Во, лето у людей, а? С 1 марта по ноябрь, наверное. А там, если вперед пройти, там будет магазин, маркет.